Всем привет, друзья! И сегодня у нас на рассмотрении Hellboy. Первый выпуск, вот наконец-то я дождался. Очень-очень долго я пытался Hellboy поймать. Были выпуски со второго и далее, а вот именно первого выпуска не было. И вот наконец-то он вышел. То есть это вот оригинальный Hellboy, который вот выходил на Западе в начале 90-х. И потом на основе его были сняты фильмы и мультфильмы. Вот сейчас в следующем году выходит новый фильм с другим актером. И, как я понимаю, там будет перезапуск серии. Вот. Но в целом очень мне понравился. Довольно необычный стиль рисовки здесь. То есть, как видите, здесь сцены в основном черные. И вот и Hellboy, и другие персонажи, они ярко выделены цветом. Поэтому вот, на их фоне все это смотрится очень интересно. Вот есть игрушка Darkest Dungeon. Вот в принципе, понятно, откуда они черпали свой стиль. Вот. Очень похоже на то, что было... как выглядит Darkest Dungeon. Вот так вот оно все. Здесь вот он тоже, опять же, и старая команда есть, Эйп, Лиз, и старые враги, фашисты, с которыми, и Распутин, конечно же, куда же без него. Вот. Здесь вот даже бонусом идут коротенькие комиксы, когда вот, да, вот 93-го года, как раз когда Hellboy еще был в разработке, вот, еще про него народ не знал, и вот выпустили такие коротенькие комиксы, типа вот с презентацией, чем, собственно, Hellboy занимается, да. Вот, у нас в магазине сейчас вот есть первый выпуск и второй выпуск, всего, по-моему, 6 на данный момент выпусков, так что, если есть желание, пожалуйста, пишите. Заказываете, можем дальше привезти. Ну, от себя хочу сказать, что получил прям массу удовольствия. И сразу же говорю, сюжет фильма и вот комикса, они, ну, где-то чуть-чуть совпадают. Так вот, но в целом они разные. Вот прочитаю второй выпуск, посмотрю, как там дальше расходится, не расходится сюжет. Вот, но... Штука стоящая, у Hellboy такой значимый персонаж в мире комиксов, и вот даже послужит украшением для любой полки. Опять же говорю, издание свежайшее, не какой-то вот там старый бэушный, вот, а вот прям вот 18-го года. Пожалуйста, приходите, берите в наш магазин «Нарисованный мир». Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, вступайте в нашу группу ВКонтакте, в наш Дискорд и в нашу группу в Амина. Ну и следите за трансляциями на Твиче, вам можно задать вопросы интересующие. Ну и все, всем спасибо, всем пока!